Итак, ключи к камерам хранятся в специальном ящике с паролем в кабинете моего отца. Проблема в том, как пройти мимо дежурного. Я ее отвлеку. Эй, 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 ты? Ты туда пойдешь? Я уже убрал руку. Меня оправдали. Но ты все равно указан в деле. Как непричастный. Как? Ты? Ах, ну да, точно. Ладно, это забавно, но какой у нас план? Отвлечь ее. Чего? Как? Врежешь ей по роже? Поговорю с ней. Ладно, давай попробуем. С чего начнешь? А в ответ тишина. Это обязательно сработает. Еще идеи есть? Подумываю врезать тебе по роже. Добрый вечер. Чем я могу помочь? Ты? Привет. Привет. У меня вопросик. Простите. Что-то я немного растерялся. Не ожидал увидеть кого-то вроде меня? Я хотел сказать, насколько красивую, но, похоже, это одно и то же. Нет. Ой, я просто искал. Твою ж. Как ты это сделал? Я же Альфа. Это он сделал.